Ребят, всем привет! Вот такой вот грациозный Грет Волл из города Набережные Челны заехал к нам в работу на полную шумоизоляцию, на установку процессорной аудиосистемы. В роли процессора здесь будет Light Audio DSP-A6.8. На этом я заострю немножко внимание, немножко позже. Ну а сейчас я вот так вот обойду опору и покажу вам заскочеванный этот автомобиль. Он абсолютно новый, мы его вот так вот заклеили. Ты убрал уже силикон? Ну давай вот давай заострим внимание, давай. Вот три провода. Три акустических кабеля. 0,75 квадрата, 0,75 квадрата и полторашка. Полторашка это у нас идет на мидбас. 0,75 кабель на твиттер. И еще один кабель для входа высокого уровня на процессор. Все мы подключаем в двери. Были сложности вывести по проводу дверь эксперт Кувалда? Видите, эксперт Кувалда не было таких? Ну, она такая, чуть неудобная проходная. Ну, в общем, с помощью ебёной матери и с помощью силиконовой смазки все провода выводятся в двери. На штатном месте. О, культиватор пришел. Ты по Ивановичу соскучился, здорово. Смотри, какие динамики стоят в Грет Волле. Ты давно его не видел? А? Он на даче. Да. Работодатель твой кто? Бог твой. Вот. 6-миллиметровым аэроселом мы проклеили внутренние части дверей. 4-миллиметровым аэроселом проклеили наружную часть двери. Здесь мы проклеили 6 мм аэросел и СТП Катара. Все остальное потом укладывается поверх. На крыше у нас СТП Аэро Плюс и СТП Премиум. Здесь также СТП Катара и сэндвичи. Все, дверки у нас поклеены. Ребят, ну красиво смотрится, да? Дима сейчас занимается... Подожди, Дим, подожди секунду. Или ты же прикрутил. Короче, Хеликс К10S слимовый будет установлен вот в таком индивидуальном коробе, который изготовлен в то место, в котором нету места вообще. За спинкой заднего сиденья будет установлен короб. Так, под капот у нас выводится силовой кабель. Видите, с помощью силикона. Он у нас выведен в подкапотное пространство. Здесь уже будет потом сделана коммутация. Предохранитель установлен. Ну и все, собственно. Так вот у нас висят эти кабели. Потом это все дело закрепится. Здесь у нас уже к штатным жгутам прикреплено. Ты заднюю дверь тоже вывел, Дим? Вот. И здесь тоже кабель в двери. Здесь установлена будет акустика Audison. Ну и все вот уже в багажнике. Вот герой обзора предыдущего Light Audio. 6 каналов по 80 ватт. Очень тяжелая и увесистая штукенция. Вот. Как она поведет себя в деле, я уже проверил. И как она будет настроена, вам тоже покажу. Ребят, двигаемся с музыкой. Такая интересная затравочка на такой интересный, экстравагантный автомобиль. Ребят, ну вот спустя более чем неделю я возвращаюсь к нашему герою обзора, к нашему пикапу Грет Волл. Давайте вам покажу подкапотное пространство. Здесь у нас стоит предохранитель, который защищает силовую цепь. Он у нас так уже изрядно запылился. Я его сейчас отгоню на мойку, сполосну перед сдачей автомобиля владельцу. Оторву вот этот скотч. Мы заклеили специально, потому что черный лак, черный цвет. Давайте по порядку. В доработанных штатных местах взамен штатных широкополосников у нас установлены мидбасы Audison серии Prima. Здесь выше установлен твиттер шелкового типа, тоже Audison. Идем дальше. Изготовили панельку для панели управления процессором, то есть, ну, так скажем, основание для крепления панели. Да, у нас получается масло масляное. По порогам мы видим силовой кабель, акустическую проводку, закрепленные к штатным жгутам проводов. В правой двери аналогично. Здесь мы видим софт для настройки процессорного усилителя, который расположился на вертикальной задней панели. Здесь мы видим процессорный усилитель Light Audio DSP-A6.8 и моноблок Oris PHA1000.1. Левее мы видим короб Stealth, короб трапецию неопределенной такой высоты. Здесь у нас установлен 10-дюймовый сабвуфер Helix 10S, слимовая версия, потому что ввиду
глубины посадки, мы сюда ни хера ничего особо поставить не можем. Но, ребят, скажу честно, басок здесь получился очень, очень знатный и зачетный. На фальшпанели крепятся у нас усилители. Здесь у нас опционально подключен Bluetooth модуль. И громкость системы, уровень сабвуфера мы можем регулировать с помощью вот этой выносной панели. Вот сабвуфер. Больше-меньше. Выбор источников и пресета. Все еще дополнительно можно регулировать с компьютера. Я лишь заострю ваше внимание на том, что вот твиттеры в одной настройке у меня играют от 3 кГц вторым порядком, а в другой от 2,5 кГц четвертым порядком. И от 60 Гц четвертым порядком работают мидбасы. Сабик у нас спокойненько распущен до 55 Гц четвертым порядком. Он очень уверенно и тонально точно передает бас. А нам сейчас нужно будет собрать обшивки. Нам сейчас нужно будет сложить все вот эти вот компоненты. И вот такая вот коробочка от 10S. Да? И в принципе можно отдирать скотч, гнать машину на мойку и спокойно, спокойно включить вам прослушку и наслаждаться детальным звучанием в этом автомобиле. Можно послушать вот эту композицию, ее исполняет Кван, да, мы добавляем с кнопок руля звук, мы добавляем уровень сабвуфера. Такая мелодичная мелодия, опять масло-масляное получается, да, короче, кайфовый трек. И особенностью этой системы является то, что если мы, к примеру, с телефона владельца просто включаем, при условии, что сопряжение есть с модулем Bluetooth, мелодия, и у нас уже управление идет отсюда, и громкость, и переключение трека. Тут непростой, но я все равно иду, навстречу ветер и метель мне мигу, из всех дорог я выберу одну. Каждым шагом набираю высоту. Мой путь непростой, но я все равно иду. Навстречу ветер и метели мне мету. Из всех дорог я выберу одну. С каждым шагом набираю высоту. Папа пчелку подключил, начался семейный пчел. Стало больше интернета, будем пчелить мы все лето. Папа на шезлонге лежа, мама на балконе тоже. И сестренка, ты и я, с пчелкой пчелит вся семья. Выбери пчелу в тарифе АП. Забери 50 гигабайт на семью в приложении Билайн и пчель в интернете. Билайн на твоей стороне. Приложение Билайн 12+. Организаторы подробностей Билайн. You got me thinking about this damn thing. Why still care? And after all this is a waste. Третью сейчас поставлю. Ну, вторая вот она, значит. Третья по счету. And I've been thinking about this time. You got me thinking about the same thing. What's the look?
сверхгромко играет система, да, но это и трек не сверхгромкий. И вот это сейчас все закроется. И вообще в пикапе это не сверх легко реализовать сабвуферное звено. Повторюсь, мы здесь сделали топовыми материалами от новой линейки Aerocell вибро, шумоизоляцию. Это очень эффективный материал, я думаю, владелец даст нам обратную связь. Параллельно у нас в работе стоит еще один пикап. В пикапах очень сложно реализовать сабвуферное звено, но вот как бы вот приходится здесь будет стоять сабвуфер Grand Zero. Бюджет этой аудиосистемы у нас составляет порядка 130 тысяч рублей. По канальное усиление, тыл, сабвуфер. Ну и хочу показать вам обшивки, мы тоже проклеили. Обшивки у нас проклеены, в принципе, как обычно, клеим мы, да? Виброизоляция и плюс шумоизоляция. Видите, вот это не проклеено, это заводская. И это не проклеено. А ребята мне сказали, что все проклеено. Ну, короче, как это делается? Это клеится виброизоляция на пластик и волна на этот поверх. Так вот вроде у нас все получается, да? Параллельно у нас в работе еще один Mitsubishi. Еще один Mitsubishi. Ну, о них я расскажу вам в следующий раз. Ребят, двигайтесь музыкой. Спасибо, что вы с нами. Всем пока.